Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас вот такая вот посылочка. Я ее немножко уже взорвал. Сейчас мы посмотрим, что в ней такое нам пришло. Доставили курьером. Выглядит это все вот так. Мягенькая упаковочка, чтобы ничего не помялось. И здесь вот такая вот железная красотища. Пакет клевенький такой. Упаковано хорошо. Ух ты ж, нифига себе. Вот такой вот передний. И вот такой вот задний бампер. Ого-гошечки. Плюс к этому всему еще в комплекте идут диодики. Только единственное, что диодики идут с подключением не в приемник, а в отдельный переходничок. Посмотрим, как это дело получится. Белые и красные должны быть, неизвестно. Они, китайцы, любят голубенькие сувать. И вот такие вот переходнички. Не знаю, куда это будет. Потому что диодик сюда входит. А вот сюда это будет не совсем красиво, мне кажется. Посмотрим, как это получится. И ждем нового видео. Но бампера вообще зачетные. А пару я купил по цене одного бампера на Алиэкспрессе алюминиевого. Так что ссылочку скину в описании. Посмотрите, кому понравится, заказывайте. Но реально клевенькие.